За последние 2 дня всех интересует вопрос, что же происходит на улице Академика Филатова и улице Ицхака Рабина. Там происходит ликвидация стихийной торговли. Работы по ликвидации стихийной торговли проводятся сотрудниками коммунальных предприятий Департамента городского хозяйства и при участии полиции. Стихийная торговля как явление вообще невозможно предусмотреть в городе, в котором развивается активная инфраструктура, в городе, который старается быть европейским городом. И, наверное, большая заслуга в этом наших жителей, потому что если есть спрос, есть предложение. То есть, в первую очередь, если жители нашего города перестанут покупать продукты на рынках, где неизвестно какого они качества, не сертифицированы, тогда, наверное, и такое явление, как стихийная торговля, уйдет. Но на сегодняшний день она присутствует. Поэтому 2 года назад на улице Ицхака Рабина, угол улицы Академика Филатова, за счет средств предпринимателей были проведены работы по благоустройству. И, естественно, все субъекты хозяйства не оплачивают налоги. На сегодняшний момент стихийная торговля расположилась на этих благоустроенных улицах. Мы эти улицы зачищаем. Если вы помните, была приведена в порядок улица Екатерининская возле привоза, тоже было очень много нареканий, что это невозможно привести в порядок. Мы начали с улицы Екатерининской, сейчас плавно перешли на угол Академика Филатова и Ицхака Рабина. После того, когда мы ликвидируем всю стихийную торговлю на этой улице, мы ее приведем в порядок, уберем все то имущество, которое туда принесли, приведем в порядок газоны, где разрушено тротуарное покрытие, восстановим тротуарное покрытие, и дальше мы получим чистые, безопасные пешеходные улицы.